Ева! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2». Да, ребята, это не китайская версия, потому что вы, наверное, уже устали от китайской версии, там много растений, это европейская. Итак, друзья, у нас новое растение макадамия, орех макадамия. И вот пока что мы можем с тобой выполнить квест, посмотреть, какой он. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ставь лайкосик, если ждал, потому что, блин, я знаю, капец, я вас запарил, наверное, китайской версией, потому что, но там очень много всего, глаза разбегаются. И, ну, в общем, новый квестик. Давайте посмотрим и... Да, эпический квест. Макадамия орех. Блин, никогда, друзья, его просто не пробовал. Если вы пробовали, напишите, как он на вкус и каков он, блин. Ну, скорее всего, он полезный, наверное, потому что что-то я такое видел. Итак, смотри, он блокирует и дамажит зомби. Хорошо, хорошо, у нас там кучка зомбей, смотри-ка. Итак, вот этих, да, мы с тобой? Вот, он такой маленький. Так, ну надо мне посмотреть, как он вообще будет. Так, поставим одного здесь, и второго... О-о-о-о. Вау, а вот это уже интересно, ребята, посмотрите. Так, ставим ему вот эту штучку. Надо, конечно, ребята, протестировать нам. Он покрывается каким-то желе. Желеобразный такой. Так, попробуем здесь поставить. Так, и сюда. Сейчас мы с тобой посмотрим. Блин, какой он крутой на самом деле. Итак, если он подходит к обычному орешку, наш зомбак, он начинает его... Блин, он такой маленький. Насколько, как ты думаешь, его хватит? Блин, маленький такой... Нет, только не меня, нет, не кушай. Но, как только мы с тобой вот сюда его ставим, то тут уже начинается вырастание каких-то щупалец, да? И они вроде как урон, да? Делают. Ну-ка, давай посмотрим. Да, смотри, ничего себе! Круто. Так, у нас есть также еще горохострел 5 уровня. Давай-ка мы с тобой посмотрим. В китайской версии у меня скоро будет горохострел. И он не так стреляет, мой друг, на 5 уровне. Нет, он там здоровенными просто вот такими горошинами, какие-то каменными просто горошинами здоровенными кидает. Ребят, вам надо это будет видеть. Это будет прям хороший видосик. Я месяц потратил на это все, на собирание. Поэтому обязательно посмотрите, ребят. Будет мне очень приятно. Итак, смотри. Ох, у нас маленькая проблема, потому что видишь, в чем проблема? Вот этот зомбарь, он жрет. Фига себе! Блин, это круто на самом деле. Так, возможно ли его съесть? Ну, его, конечно, возможно. Так, сейчас мы с тобой, давай, сюда еще поставим. Во, у нас еще вот эта штука есть специальная, которая поглощает. Ну, тут она на один раз, но если эту штуку поставить, то на несколько будет. Так. Давай еще вот здесь вот поставим. Чтоб защищаться-то, блин, как следует. Колет там этих зомбей. Нормальный урон, мне нравится. Вот, наверху, смотри. Сейчас этот черт, видишь, смотри, что он будет делать. Ля, он очень быстро ест. Так, давай по сторонам здесь поставим. Ух, на три раза хватает. Так, хорошо. Ну, будем помогать, конечно. Слушай, довольно интересно. Если еще поставить, ребята, сзади кактусы, вот к этим теневым растениям, блин, это такая имба, друзья, будет. Я вам серьезно говорю, это будет просто супер. Так, давай посмотрим. Можем еще один орешек, если что, тут поставить, чтобы как-то он на одного зомбаря, интересно, урон делает. Блин, как он быстро жрает. Нет, маленький. Стой. Стоп. Стоять. Сразу другой. Как ты думаешь, сколько он стоит? Блин, мне кажется, ну, где-то, наверное, сотку. Мне кажется, соточку будет стоить. Вот есть у меня такое чувство. Так, вот этого очень долго он валит, поэтому ставим сюда вот этого растения. И оно просто их подтягивает, так сказать, в другое измерение кидает. Еп!
мы немножечко денежек получили. Отлично, ребята. Так, попробуем дальше. Попробуем, друзья, дальше. Так, второй уровень у нас также есть. Все то же самое, все то же самое. Так, только вот теперь у нас вот эти добавились лепестки, да? Угу. Как же лучше их? Ну, в принципе, вот так вот спокойно мы с тобой делаем. Так, лепесточек. Лети, лепесток через запад на восток. Фигачит там, смотри-ка. Так, по идее, конечно, мы могли бы их и... как и дополнительную бы сделать. Потому что вот эти вот... три редка, они... ну... да хотя фиг его знает, мне кажется, тут они спокойно справятся. Так, давай пока сюда поставим. Тут у нас нет орешка этого, поэтому... не, ну это что-то новенькое, интересно все-таки, ребят, мне. Так, есть. Вот, кактус, это просто имба, ребята, вот это настоящая имба. Вот сейчас мне вот таких побольше... посмотри. Да, кактус творит у нас чудеса. Сейчас, ребята, если еще один... Да, убираем, убираем. Ставим. С кактусами, как я и говорил, будет имба. Особенно, если много поставить. Так, один, он, по-моему, он такой будет. Ой, там много их идет. Все, сжирают, сжирают, блин, наших бойцов, молодцов. Так, орешек. А чё орех не наносит? Наносит чутка. Во, быстрее. Еще один кактус ставим, чтобы точно урон нормальный был. Они... круты тем, что быстро еще восстанавливаются. Это очень круто, ребят. Прям действительно супер. Посмотри на это. Мы можем, я не знаю, сдерживать и сдерживать до последнего вздоха. Так, отличненько. Против куриц и всяких выдр. Спокойно работает, смотри. Нам даже не надо менять, у нас уже на конвейере целая куча их, а мы... отлично, идеально, ребята. Так, ну все, хорошо. Тут вот интересно, сейчас он доест, не доест? Вот, имба, давай. Как я и говорил, вот будем совмещать именно с кактусами, и будет у нас вообще отлично все. Все, они... а, не, пока еще. Ха-ха, блин, желешка, так прикольно на самом деле, друзья. Так, отлично, мы еще завершили один уровень. И я думаю, стоит глянуть на третий. Да, надеюсь, мы его пройдем, ребята. Ну, по идее... четвертый и пятый самые такие. О, надо защитить будет. Ну, я думаю, спокойно. Сотку! Прикинь, какая я ванга. Вот что значит, как долго я уже... играю, блин, в растения против зомби. Понятно. О, тихо. Все понимаю. Ну, сейчас мы с тобой спокойно все сделаем. Не переживайте, ребят. Так... давай сюда устанавливаем. Так, хорошо. Еще один орешек сюда. Сюда вот эту штуку. И все, по идее, мы уже можем спокойно защищаться. Так, есть. Есть. И давай теперь протестируем на этом орехе, что будет. Маленький щит появился, прикинь. Блин, это мило, конечно, ребят.
Это очень мило. 5 волн, прикинь, 5. Офигеть. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, слишком много их как-то идет. Так, я хотел, в принципе, проверить вот так вот. Если мы вот так сделаем... А, ну у него такой маленький щиточек появляется, да. То есть, хоть с этой, хоть с той. Как бы одно и то же все. Окей, я понял. Так, 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 надо защищать, блин, такая орава там. Посмотри на это просто, а. Спокойно, у нас есть вот эта штука. Я говорю, кактусы у нас третьего уровня. Если мы их до пятого бы прокачали, я не представляю, что бы за имба тут была бы, ребята. Как же это все жестко было бы. Просто на это смотри. Все, волна за волной, а мы с тобой выигрываем и выигрываем и выигрываем. Вот на что способны кактусы, ребята. Ну это какие-то кактусы такие, блин, ребят. Немного другие. Есть стандартные, знаешь, из первой части там. Фига они там ускоряются. Тихо, 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 вот тебе орешечек, давай, давай, давай туда. Так, то есть смотри, в чем прикол. Урон не идет, пока он не ест. То есть он прикасается к этим колючкам и сразу понял, все, понял. Прикольно. Этой штучки у меня нет, тоже прикольная. Давайте, ребята, мочите, уже чуть-чуть остается. Все. Отлично, ребят. А, ну там еще это статуя. Блин, какое клевое растение, на самом деле, это орешек. Серьезно. Прям шикарно. За сотню спокойно вообще будем брать. Надеюсь, вам, ребят, понравился выпуск. Следующий выпуск тоже будет скоро. Скорее всего, даже завтра я выпущу, ребят. Растягиваю, на самом деле, удовольствие. Поэтому так получается. Вот мы еще 2 уровня посмотрим. На этом все. Спасибо огромное вам за просмотр, братишки. Бай-бай, дорогие друзья.